Критике сегодня подверг план Минсельхоза по развитию сахарной отрасли глава Минторговли Серик Жумангарин. По его мнению, полноценный комплексный подход в решении проблем с этим видом продовольствия не проработан. Неправильно уверен он и то, что основной акцент в вопросе импортозамещения делают на увеличении посевных площадей в южных регионах. В аграрном же ведомстве считают иначе и планируют стимулировать предпринимателей. Даля Насипова передает из столицы. Вопрос цены на сахар остается одним из злободневных. Правительство вроде бы пытается ситуацию исправить, но ценники на упаковках со сладким песком говорят об обратном. Сахар нынче бьет по карману даже министров. Ну, последний раз ходил в СМОЛ в торговом центре. Конечно, мешок сахара 5-килограммовый, 5500. Это очень дорого на сегодняшний день. Ежегодно казахстанцы потребляют 532 тысячи тонн сахара. При этом в стране производится лишь 35% от этого количества. Доля отечественного сырья очень мала. В Минсельхозе предлагают увеличивать площади посевов сахарной свеклы на юге. Но целесообразнее выращивать сырье на севере, уверен Серик Жумангарин. Есть замечание. Необходимо рассматривать не только увеличение площадей сахарной свеклы, не только на юге, но и в северных областях, где воды достаточно, где электроэнергия дешевая. Соответственно, есть вопросы по модернизации заводов, что мы будем делать. В Минсельхозе же обещают расширить посевные площади сахарной свеклы и поднять производство до 250 тысяч тонн. Если верить комплексному плану, до 2026 года импорт упадет с 58 до 17%. Чиновники намерены внедрить водосберегающие технологии полива и развивать семеноводство, а также построить новый завод. В целом общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит порядка 495 миллиардов тенге. Предприниматели будут стимулировать налоговыми послаблениями. До 1 января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство свекловичного сахара снижением НДС до 70%. Комплексным планом предусматривается мероприятие по продлению срока действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром. Министр торговли Серик Жумангарин отметил, что план еще будут дорабатывать, и пообещал журналистам, что уже на следующей неделе представит свое видение решения вопроса в борьбе с ценами на сахар. Даля Насипова, Данияр Умар, телеканал «Алматы», Нур-Султан.